Когда рождается мальчик в семье, это самое главное, это уже защитник не только своей родины, это защитник своего отечества. Понятие патриотизм развивается непосредственно, опять же, не в школе, не в институте, а именно развитием в семье. Ребенок смотрит на своего отца, который не обижает близких, которых не скандалит с мамой. Он знает, что его отец служил в армии, не косил. Ребенок видит, что отец принимает участие в разных мероприятиях, связанных с детьми, с инвалидами, с ветеранами. Он принимает участие в разных акциях зеленых, я имею в виду по насаждению. Понимаешь, вот тогда этот ребенок как губка впитывает, и из него вырастает настоящий патриот. Патриотизм в твоей семье. Вся проблема в том, что зачастую папа с мамой отдают в школу и говорят, вот из него вырос и патриот. Ничего подобного. Всегда патриотизм растет только в твоей семье. Патриотизм – это протянуть бабушке руку, помочь слепому перейти через дорогу. В конце концов, патриотизм – это тогда, когда ты левой рукой дашь копейку какому-нибудь нищему. Это не пнуть собаку, не пнуть кошку, взять сухарь, покормить голубя. Вот с чего, казалось бы, вот из таких маленьких добрых вещей вырастают настоящие патриоты нашей страны.